Приветствуем. Запись турнирного боя. Турнир «Две крепости». Карта «Река Стикс». Противник «Бот Алекс» 24 ранга. Цель турнира – уничтожить штаб противника и не дать ему уничтожить свой штаб. Начинаем бой со сбора ящиков. Сразу производим пехотинцев, апаем штаб и собираем контейнеры ближайшие своей базе. Может быть, получится урвать у противника, может быть и нет. Собираем ящики, ресурсов достаточно, чтобы сразу развиться до 4-го штаба. Большое количество, 3-400 есть. Будем играть от авиации. В дальнейшем планирую использовать ЕГХАМ для атаки. Если будет запущен случай очень много торов, тогда придется делать полностью упорную авиацию. Ну а пока что достраиваем центр снабжения. Порядка 7-8 штук будем их ставить. Апаем завод до ягуаров сразу. Пехотинцы здесь около базы расставлены для разведки. Капаем все третий штаб. И будем производить кречетов для разведки, для того, чтобы отбить разведку противника. Сразу капаем все четвертый штаб. Ставим авиазавод, ждем. На золотом строительстве достраиваем центр снабжения и будем уже на снабжение переходить и уже там достраивать наши заводы. Ставлю аэродром. Здесь ставлю второй авиазавод. Перегородил путь для проезда тех же самых молотов. Если возможно будет раш молотов, то завод третьего уровня перекроет дорогу. Около пушки как раз самое то. Видим, здесь противник моих разведчиков поубивал. И здесь он пролетает вертексом, который я перехватываю успешно и сразу же лечу сам на разведку. Будем пролетать над его базой, будем посмотреть, что у него здесь есть. Так, аккуратненько по краю пролетаем и видим, здесь завод торов, здесь щит, апается четвертый штаб. Так, неплохо так ПЛОшки кречет собрал таки. Неаккуратно все-таки пролетел. Так, 6-7 центров снабжения у противника. Производит тяжелую технику. Собираем ресурсы. Будем производить альбатросов. Два завода. Будем выкатывать тяжелую авиацию против Зевса щита. Достраиваем электростанцию. Далеко здесь, правда, придется ему лететь. Но ничего страшного. Заправка у нас в игре быстрая, поэтому даже незаметно будет, что ему далеко лететь. Произвожу альбатросов, пока затишье у нас. Противник также собирает силы, планирует атаку. Делаю в один завод ЕГХАМ. И допроизвожу уже бомбардировщики. 4 кречета есть у нас. Таким вот образом собирается у нас авиация. Один бомбардировщик не заглушил двигатель. Так, 8 бомбардировщиков почти уже есть. Последняя достраивается уже. Как только достроился у нас бомбардировщик, мы видим, что тут противник уже спланировал атаку, зарашить верхнюю часть базы. Здесь со щитом с тайфунами, и вот два тора на опережение бьют пушку. Промбамбливаю мост. Чуть-чуть не попадаем, противник решил остановиться, поэтому не попадаем. Здесь пушка накидывает уже, потихонечку достает. Пока он здесь разложился, сложился, пока скооперировался.
чиним пушку, и еще она немного поработает. По Зевсам, по щиту вот долбит. Так, Егохам подъезжает, торы заправились уже. Прямиком по мосту он отступить и переехать его уже не успеет. Вот так вот забираем всю армию. И Егохам уже здесь отобьется широким фронтом. Два Егохама. Два хамелеона здесь есть, отбиваем Зевсов. Здесь их уже не так много осталось. Два тора вот пролетают. Так, успешно отбита атака. Решил я пробомбить ему аэродромы. Спахиваем ему здесь аэродром. И забираем завод третьего уровня. Одним кречетом. Один кречет у нас есть. Наверх. И забираем. Все, задачу он свою выполнил, он нам больше не нужен. Заправляем торы, отправляем всю свою армию в нижнюю часть базы. Делаю небольшую разведку, чтобы убить разведчиков. И переезжаем в нижнюю часть базы. Расчищаем дорогу, убиваем стройдвор, чтобы он не смог стенками закупорить проход. И на золотой разведке проезжаем. Все Зевсы, они в центре карты, они переехать сюда уже никаким образом не успеют. Вот такой вот бой получился турнирный. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. No,